Вот вам рецепт вкусного и сытного салата для вас и ваших детей. Самые интересные интервью и события, лайфхаки и новости. Объясняем, что происходит. I was robbed the number one spot. О, нам понадобится сыр, около 400 грамм, майонез, белая фасоль, гренки со вкусом чеснока. А если таких нет, то можно добавить чеснок самостоятельно. Для начала нужно натереть на терке, или как в моем случае, мелко измельчить сыр и пересыпать его в посуду для салата. Потом сольем весь рассол с фасоли и пересыпаем ее к сыру. Добавляем достаточное количество майонеза к фасоли и сыру и хорошенько перемешиваем. После чего добавляем гренки и снова перемешиваем. По вкусу можно добавить молотого перца. Все, салат готов и его можно подавать к столу. Приятного аппетита!